В августе горожане получат квитанции на оплату коммунальных услуг с новыми тарифами на коммунальные ресурсы, которые начали действовать с 1 июля 2018 года. В этом году нормы федерального законодательства разрешают повысить средний индекс изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги на уровне 4%. В денежном выражении стоимость кубометра холодной воды вырастет на 2 рубля, горячей более чем на 5 рублей, водоотведение подорожает на 2 рубля. А вот цена одной гигакалории отопления увеличится на 47 рублей. Платежки с суммами, рассчитанными по новым тарифам, горожане получат уже в августе.